Да-ду-да-ду-да, да-ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, мы продолжаем нашу гонку через зомбаков. У нас 20-й день. Давай, больше-больше газа! Мочим зомбаков и отправляемся, естественно, до второй заправки. Ох, медленно что-то едет, мне кажется, нет? Давай, давай, давай. Хорошо. Сейчас немножко небольшое ускорение сделаем. Взрывок. Зомбачки. Давай сейчас ускоримся. Отлично. И продолжаем нашу эпопейную битву. И сейчас. Ой-ой-ой, упали. Сейчас посмотрим. Не разобьется ли. Ай-яй-яй-яй, машинка. Ускоритель утерян. Да как так? К сожалению, утеряли мы. Ускоритель. Ну что ж. Ничего страшного. Все равно машинка едет, но смотри, как она не сильно-то и быстрой. Ох, фига, какой удар был. Бензин у нас уже практически на нуле. Давай еще немножечко доехать осталось. Все, начинает гореть кнопочка, что у нас заканчивается бензин. Все, бензик наш закончился. Сейчас посмотрим, деньги-то у нас есть. Да. Деньги у нас есть, у нас $1000, потому что я поиграл еще немножечко, не записывая. Купим бензобак максимально. Все, купили максимально бензобачик, бензобак, и теперь мы можем отправляться. Бензина теперь у нас очень много. Сейчас немножко ускоримся и проехали. Смотри, мы сзади проехали, внизу. Вот. Зомбаки. Да, мы должны доехать, по-любому мы доедем, я так думаю. Доехать мы должны. А я сейчас на максимуме буду ехать. Так, ускоритель закончился, но ничего страшного. Здесь надо как-то проскочить эту трубу. Давай, о, отлично, проскочили трубу. Зомбаки. Давай, 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 еще немножечко, аккуратненько, главное не упасть. Смотри, что-то мы здесь застряли, хотя бензина-то у нас много. О, давай, давай, проезжай. Надо будет как-то увеличить там какую-то мощность или броню увеличить. Опа, фига, смотри. О-о-о-о. Разгоняемся. Фига, башня какая мощная. Я не могу башню эту повредить. Давай, 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 ускоряемся. Есть, есть. Вперед, давай, вперед, вперед. Отлично. Вот это нифига как высоко. Да, здесь надо было нам этот... немножечко взорвать. Так, ну давай. Не получится нам взорвать, да? А, к сожалению. Давай, давай, еще немножко. А, видишь, не хватает мощности у нас. Ладно. Опа, есть, все-таки взорвали. Хорошо, отлично. И у нас закончился бензин, как ни странно. Да? Да, вот и бензин закончился. Поскольку у нас $135. Ага. Что мы здесь можем купить на это? А можем мы прокачать ускоритель, вот так, отлично, и я бы прокачал бы двигатель. А, на двигатель не хватает, да, денег? Ага, а это что такое у нас? Развесовка, значит, перераспределение веса помогает пробиваться сквозь зомби и препятствия. Отлично, купим одну. Вот такая у нас машинка получилась. Поехали. День 22. Здесь можно немножко ускориться. Ускорения у нас много. О, давай, ускоряйся. О, отлично, отлично. Нормально, нормально, мы таки ускорились. Хорошо. Все, давай, пробиваем это все дело. Взрыв. Давай, ускоряемся. Так, ускорение у нас еще немножко осталось, так что. Здесь прям хорошо, надо ускориться. Ускоритель закончился, к сожалению. Ладно. И едем дальше. Опа, нифига, все упало на нас. А, офигеть. О, отлично, замечательно. Бензинчика такая еще у нас много, поэтому мы должны проехать. Давай, 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 газуй, газуй, газуй. Еще немножечко осталось. Опа, хорошо, мы теперь будем на поверху ехать. Хорошо. Так, а здесь аккуратно.
Вверх, вниз. Вот у нас зомбаки. О, нифига, смотри, они сталкивают. Они сталкивают всякие ящики. Так, едем дальше. Сколько у нас бензина? Двигатель сломан? Да, ну нафиг. Смотри, мы не смогли доехать. Офигеть. Ладно. Ну что ж. Денег у нас 225. Мы сейчас купим двигатель. Да, отлично. Ну что ж, отправляемся. Вперед. Поехали. День 23 у нас. Нам нужно доехать до этого. Бензобака-то нашел. Так. Ускоряемся чуть-чуть. О, давай. Отлично. Бензина у нас, в принципе, много. Давай еще чуть-чуть. Вот сейчас мы здесь проедем и взорвем сейчас. Да, видишь, у нас машинка-то. В этой серии, в этой вообще игре, значит, во второй части, у нас проблема. Ну как проблема? У нас ломается автомобильчик. Наш. Ну, в принципе. Горит, видишь, горит. Потихонечку дымок идет от нашего двигателя. А здесь нужно немножко ускориться. Вот, отлично. Смотри, как мы резко проехали. Здесь прям ускорение вообще помогает. Да, видишь, взрыв и попал нам в движок. К сожалению. Ускоряемся. Ускорителя вообще немножко осталось. Опа, все, ускоритель закончился официально. Эти вот зомбаки, они вообще мне слишком как мешают проехать. Опа, наверх, отлично. Давай. Ух ты. Я еду поверху, это вообще замечательно. И давай, о, хорошо. И сейчас будет большой бадабум. Опа. Двигатель сломан, да? Ну, к сожалению, все. Движочек наш сломался. Хотя бензина еще было много. Угу. Сколько получили? $175. $175. Давай усилим нашу броню. Все, покупаем. И отправляемся дальше. Хочу посмотреть, какие еще машинки у нас есть. Вот так. Эти машинки разблокировываются после каждого уровня. Ага. Три уровня? Ладно. Поехали дальше. Едем дальше. День 24. Немножко ускоримся сейчас. Чуть-чуть так. Оп, есть, хорошо. Вот зомбаки. Да, к сожалению, это не показывает, где уровень повреждения у нас. Но с другой стороны, ух ты, отлично написано, смотри. Мы все сделали хорошо. В принципе, да, мы улучшили двигатель, поэтому он не должен теперь взрываться. Может быть, мы и доедем до нашей заветной бензоколоночки. Давай, чувак, я в тебя верю. Вот, отлично. Здесь мы сейчас ускоримся. О, здорово, есть, все попадало. Отлично, все замечательно. У нас есть запас еще. Запас по двигателю. Вот, хорошо. Давай. Немножко ускоримся. Вот, хорошо. Запас по двигателю у нас есть. Это здорово. Ой, ускоритель закончился. Ну, ничего страшного. Давайте, зомбаки. Это, смотри, скидывает нам ящики, а, гад. Давай. Надо бы, может, колеса прокачать. Слушай, натуре. Надо будет нам колеса прокачать. Чтобы они побольше были. Ну, сейчас заработаем денежку. В принципе, нормально будет. Мне не нравится этот дымок белый с двигателя. Вообще не нравится. Он может сломаться у нас. Да. Ну, смотри, осталось совсем чуть-чуть доехать. Давай, пожалуйста, доедь, успей. А, нет, бензин заканчивается. Да как так? Все, кончился бензин. Осталось-то совсем чуть-чуть было доехать. 264 у нас, да? Ну давай, знаешь, что прокачаем? Коробку передач. Максимальная скорость, да? И остается всем немножко. Мы прокачаем сейчас ускоритель. Вот так, хорошо. Все, поехали. Ускоритель у нас прокачан. Чуть-чуть больше ускорителя. И мы коробку передач улучшили. Максимальная скорость у нас будет увеличена. Поэтому будем чуть побыстрее ехать. Это хорошо. Зомбачье.
Давай, ускоримся немножко. Вот, отлично, еще немножечко. О, давай. Хорошо. Отлично, смотри. Ускоряемся. Да, хорошо, что мы ускорителя побольше купили. Сейчас я попробую здесь ускориться. Вот так вот, опа. Еще ускоряемся. Ой, блин, притормозило так как сильно меня, а. Кочка это. Давай. Опа. Ой, не перевернись, только не перевернись. Вот, все, ускоритель у нас закончился. Фига, было же много ускорителя, а? Как так? Все, взорвали, отлично. Поехали дальше. Опа, тебе по голове прям надо было этой палкой. Зомбак стоял. Вот, сейчас мы доедем. Зомбачье. Опа, ой-ой-ой, только не перевернись. Давай. Отлично, хорошо. Единичка еще много у нас, так что должно хватить нам энергии. И мы сейчас, ну давай по низу поедем, ладно, так уж и быть. В принципе, неплохо. Давай. Осталось совсем чуть-чуть проехать, ребята. Вроде бы бензин есть. Главное, чтобы двигатель у нас не сломался. Ой-ой-ой. Это я ошибку сделал, конечно. Давай, может перевернемся, нет? Давай, отлично. Все, осталось совсем чуть-чуть проехать, но, к сожалению, бензина уже совсем не хватает. О, все, кнопочка начала мигать. Не успеем. А были там как рядышком, ребята. Давай еще раз проедем. Что можно еще прокачать? Давай я прокачаю двигатель. Более быстрый разгон, более эффективный расход топлива. Все, и еще раз попробуем заехать, проехать эту трассу. Совсем уже скоро. Совсем уже близко мы к бензобаку. Ну, смотри, уже получше, смотри, догоняется у нас двигатель. Я смотрю, прям уже более-менее мощно так мы едем. Взрыв. Надо немножко сейчас ускориться, вот так хорошо. О, смотри, вообще нормально ускоряемся. Вот, отлично, здесь я хорошо проехал. Вот, хорошо, замечательно. Здесь тоже надо ускорение сделать. Вот так, хорошо, проехали эту сложную трассу. О, взорвали, молодцы, нормально. Мы сегодня должны доехать до бензоколонки. Разгон. Разгон, ускорение. Еще, все, мы немножко оставили ускоритель. Для мало ли чего. Какая ситуация будет. О, сейчас, о, смотри, видишь, все, ускоритель закончится. Но мы зато ускорились в воздухе. В воздухе мы ускорились. Поэтому... Так, давай я здесь внизу буду ехать. Потому что я все равно не допрыгну до верха. Только мешает мне. Переворачиваюсь. Ой, чуть-чуть осталось, прям не верится. Давай, машинка, давай. У нас все получится. Ох. Что ж с двигателем нашим, а? Опа. Давай, аккуратненько. Ой, совсем чуть-чуть осталось. Ребята, я так хочу доехать уже. Ой, давай, машиночка. И у нас еще бензинчик есть. Немножко, конечно, совсем, но есть. Ой, сейчас кнопка будет гореть. Ой, нет, я доехал. Давай. Есть! Ура! Мы сделали это, ребята. Доехали до второй контрольной точки. Все, супер. Расстояние. Всего $235 нам дали. О, 236. Вот так потихонечку мы и доедем до нашей конечной станции. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Добавляйтесь в друзья, добавляйте канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!